Счастливое спасение тигренка Жорика. За его жизнь бились ветеринары и так называемые человеческие врачи одной из клиник Челябинска. Жорик, питомец передвижного зоопарка, попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Из-за сепсиса у малыша были практически полностью повреждены мышцы щеки и подбородка. А произошла эта беда из-за беспечности хозяев Жорика, которые накормили его курицей. Одна из острых косточек птицы застряла в пасти зверя и вызвала заражение. И что самое ужасное, ветеринары из Екатеринбурга и Кургана, которые сначала лечили полосатого пациента, поставили ему неправильный диагноз и едва не довели до смерти. В результате специалистам из Челябинска пришлось полтора месяца исправлять ошибки своих коллег. Животное, когда привезли, мы просто были в шоковом состоянии. То есть видели много там ран, да, открытых, и видели собаку, облитой кислотой. Но картина именно у тигренка была страшная. Мы, когда оказали первую помощь, закрыли, ушли утром, когда все собрались сюда, мы боялись двери открывать. Жив или не жив. Вот. Были очень удивлены, что животное давало уже мурлыкать, ну вот фыркать, когда услышал голос людей, которые зашли в клинику. Сейчас тигренку уже сделали 4 операции, но до полного выздоровления еще очень долго. У Жорика до сих пор не видит один глаз, поражена печень. Кстати, по словам врачей, даже если животному удастся восстановиться после операции, возвращаться обратно к кочевой жизни передвижного зоопарка ему противопоказано. Так что местные жители сейчас собирают деньги, чтобы выкупить тигренка и найти ему новых хозяев.